Ребят, всем привет! Слева от меня стоит человек с неподдельной улыбкой, но поддельным паспортом. Его зовут Кеша. И сегодня мы снимаем в Сочи небольшой пранк. Сложно представить, какими могут быть последствия этого. Дело в том, что Кеша сказочно беден, и мы хотели бы собрать ему на путевку в Париж и на Ауди. Ауди А8 какая тебе нужна? Ну, я подумал. У тебя скучное лицо. Тебе никто денег не даст. Мы идем и собираем ему на Ауди. У вас есть, может, лишнее что-то? Нет. Вот это поворот! Мы вот просто буквально вам сыграем. Есть ли шанс? Много времени не займем, буквально минут 40, ладно? Вот смотрите. Вообще, есть шансы, как вы думаете? Есть шансы, да? Ну, вы не готовы спонсором стать? Ясно. Вы похожи на богатый человек. Вы вообще как... Я вообще как бы, знаете, предлагаю людям стрим за новую. Да? Есть желание? Нет. Нет, а нам сказали, там свингер-клуб такой. Это не то, да? Приди, посмотри. А девчонки будут нормально? Да прям сейчас зайдите, посмотри. Блин, ладно, все, хорошо. Извините, пожалуйста, вы можете оценить. Вообще есть шансы, да, просто он сейчас вам сыграет пару вещей. Там вот голуби летят над нашей зоной, в общем, песня. И вот хоп, мусорок. Чего, блядь? Судя по лицу девушки, ты и денег как будто тоже. Шанс есть. Шанс я есть, уверена, да? Да. У вас есть, может быть, лишних 100 тысяч на карте? Нет. Нет? Нет, хотя бы 50. Нормально тебе пойдет? Ладно, и так сойдет. Вот он сейчас сыграет вам просто Бетховен номер 10, пожалуйста. Нет, ты давай соберись, ты же нормально вроде там играл, что там? А, сбиваете, да? У вас нет коньяка, он вам... Голуби летят над нашей зоной. Ну, есть шанс. Ну, вот так. А если вот сейчас смотри. Вообще, самый быстрый рукав в Татарстане, вот, возьму как по нервам. Ну, давайте. Сколько я зарезал, сколько перерезал. Классно. Как думаете, если вот верно? Какой? Из сотни? Да. Ну, давайте честно. 45, да. Я считаю, что девушки с голубыми глазами самые красивые, а девушки с голубыми друзьями самые верные. Вот теперь 20-е место. Гениально. Ну, давай что-нибудь сыграй, пожалуйста, там. Ничего не понимаю. Все, друг, спасибо, я тебе хотел руку пожать. У тебя очень крепкая рука. Ты есть девушка? Мне пришла забавная мысль в голову. Вот этот мужчина, вот он сейчас в Delivery Club работает, у него есть котлеты по киевски. Вам не нужны котлеты? Нет. А, да? Хорошо. Ну тогда хотя бы песенку вам можем одну спеть? Какой? Опять от меня сбежала последняя истеричка. Ты втираешь мне какую-то дичь. Как бы мы вам денег немножко дадим. А, вот с этого момента попадут. Вот. Давай. Все, нет, дальше платно уже идет. Все, спасибо. Как вы думаете, есть шанс у него пробиться вообще в этой жизни? Но я не понимаю мотив. Ну, вообще, в принципе, внешность самый главный, наверное, да? Внешность, мальчик симпатичный. Мальчик симпатичный, да? Свободные художники вот год назад освободились, а сейчас Сансар вам споет. Вы можете нам подпеть, пожалуйста? Уговорок людей, ой, мама. Дети, спасибо огромное. Вам как удобнее, налички нам закинуть или на карту? Вот это поворот! Вот, он сейчас вам сыграет. Есть ли шанс у него в Москве просто себя зарекомендовать? Буквально 2 минуты мы снимаем небольшой ролик для YouTube. Вам ничего не надо будет сделать, вам нужно будет просто раздеться. Пошлость.
звенящая пошлость. Шучу, шучу, нет, смотрите, у вас очень красивые, во-первых, глаза, зубы, у вас очень красивые очки. Во! Блин, я думаю, надо к девчонкам красивым подойти, вообще к сексуальным людям, в общем, красивым. Мужики, надо. А, девчонки, здравствуйте. А можно с вами маленькое видео снять? Ну, как бы не эротического содержания, к сожалению. А что, так можно было, что ли? Мы, короче, снимаем, братан, ролики, снимаем кошек, в общем, снимаем девчонок, вообще, в принципе, кепки снимаем, золото, часы, короче, нормально. Остановитесь! Друзья, сегодня мы с Накидзем, с Мухтуновским снимали пранк, это была полная импровизация. Да, спасибо тебе большое, Кет, давай. До новых встреч, подписывайтесь на канал, всем спасибо, завтра в 8. Пацаны, вообще, ребята, умеете, могете просто.